Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Забираем ежедневные награды. Колоду. Так, смотрим. Ага, ничего. Понятно, так, мне нужно купить телепорт, ребята. Без них вообще тяжело на самом деле. Поэтому хотя бы 30 штук. Так, здесь забираем ревард. И пойдем искать элементы. Только вот на кого? На Рахзара? По-моему, мы... Да, мы, кстати, можем прокачать ему навык. Но нужно 12,5 тысяч мутагена. Тогда давай другого кого-нибудь. А кого? Донателло. Так, ну-ка глянем, что нам... О, нам не хватает вот этих вот катушек. А, пульт от телевизора. Пульт от телевизора, ладно. Сейчас попробуем найти. Сколько там надо было штук? Ну-ка. Хотя лучше нам, конечно, прокачивать, наверное, массовую атаку, да? Ладно, фиг с ним. Еще 3 пульта. Раз. Так, здесь не повезло. Так, второй и последний. Давай пульт. Все, отлично, ребята, можем прокачать. Хватит нам финансов. О, 400 мутагена всего лишь. Ну, это основной его удар. Так, а вот дальше уже будет посложнее, да? Ящики с инструментами, плюс ячейки крэнгов и... Чипад или как там? Айпад? В общем, плеер ихний. Так, мы задание еще не выполнили. Значит, будем тогда искать. Пока есть такая возможность. Давай, навыки. Значит, начнем с инструментов. Отлично. Так, еще можем. Великолепненько. Давай, давай. Не скупись на инструмент. Все, ребят, задание выполнили. Давайте закрывать. Ну, я говорю, закрывать. Что за подлагивание опять начинается здесь, а? Так, забираем с собой ревард. Поднять уровень персонажа и пройти серию испытаний. Уровень персонажа. Так, давай посмотрим. У нас мутаген-то 7000. Это придется кого-то из маленьких. Шредер, ты как? Во. Отлично. И пройти серию испытаний. Нам еще нужно. Так, в бой. Приключения. Подожди-ка. Серия испытаний. Мы можем с тобой вот так вот легче сделать, да? Давай начнем вот с этого испытания. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, ну здесь небольшая опаска есть, потому что у них здоровье не полностью восстановленное, да? Некоторые покоцанные. Так, и здесь у нас Кирби, плюс гриб. Ну, естественно, гриб начинает первый, как всегда, и крыса тут что-то подвякивает. Давай захиляемся на всякий случай, потому что у Бакстера Стопмана было мало здоровья. Окей. Теперь будем уничтожать Кирби. Угу. Не уничтожили. А так, если... Так получилось. Теперь грибок. 2 плюшки получил и отдуплился. Так, крыса еще жива. Давай, Майки. Красавчик. Двигаемся с вами на вторую волну. Так, здесь опасность представляет из себя Хан. Поэтому нужно быстренько его разобрать. Ай-яй-яй, Усаги, что ж такое с тобой происходит сегодня? Теперь, наверное, Бибоба попробуем разобрать. Не выходит ни шиша. Майки, а ты как? Ну, давай, добей. Нет. Тогда смертельная волна. Так, получаем щей. Добили. Так, ну-ка, Джастин. Да что ж такое-то, а? Не могу их пробить, и все. Постепенно урон уничтожил последнего клан-футовца, и мы с тобой прошли. Так, значит, нам что нужно? Все, ребята, по-моему, мы забираем весь ревард и идем с вами, как всегда, на арену. Забираем здесь награды. В бой, кстати, сегодня испытания у нас будут. Наверное, 2 штуки попробуем сегодня пройти. Потому что потом опять работа и некогда будет. В данный момент я на ранге сотом в Лиге Сёгунов 2 звезды. Вы что, ребят, смеетесь, что ли? Вы серьезно? Так, Марина, Нургали,
Ладно, не имеет значения. Марина, Нургали. Нам нужно с тобой брать, наверное, Нургали. 10 откатов. Мы с тобой должны, ребята, прорваться очень далеко и сильно. В прошлый раз играл за кадром. Ну, так, чисто для себя. На автобое. Да, автобой, конечно, меня там подводит. Ничего толкового он не делает. Они фейлятся постоянно на этой арене. И ничего не получается. Леонардо, если бы делал постоянно вот автоматическую вот эту вертушку свою, да, то все было бы хорошо. А он начинает просто бить. И мы фейлимся. Так, ладно. Мы с тобой перемещаем. Блин, 83-я позиция всего лишь-то. Что-то меня это не устраивает. Мы с тобой, наверное, тут сейчас все откаты у Леонардо. Ой, да, у Леонардо потратим. Хотя вот здесь у нас есть небольшой шанс отыграть слабых наших персонажей. Да, мы немножко можем с тобой подняться до элитных уже игроков. Ну, а там, конечно же, уже будет другой спрос и другая битва. Ну, а пока Леонардо, как видишь, веселится в полную катушку. И мы с тобой продвигаемся дальше. 83-я позиция была, сейчас, наверное, где-то будет 65-я. А ну-ка. Ну, 66-я, фиг с ним. Поехали дальше. Здесь кого нам взять надо? Кубки у всех одинаковые, поэтому я возьму Николаса. Да, я возьму Николаса, и опять же Леонардо идет в бой. Раз, два, три, четыре. Все, поехали. Два испытания сегодня. Ребят, ну, как я вам говорил, мы должны их пройти, все эти испытания, на 3 звезды. И при этом полностью. От первого эпизода до последнего. Я надеюсь, у нас это получится сегодня. Но для меня самое главное, это, конечно же, арена. Потому что нам нужны будут кристаллы, нам нужны будут осколки. Так. Всего лишь 55-я. Это я еще даже все внутри звезды не попал. Это немножко меня опечаливает. И откатики у нас, не забывай, кончаются с каждым разом. Так, берем вот эти вот полтинники. Я не знаю, может быть, берем и вот так вот сделаем с тобой. Будем, короче, 2 полтинника брать и 2 45-ых. Вот так распределять, потому что, ну, Леонардо их будет всех тут наказывать, сам понимаешь? Смотри. Никто не должен выжить, может быть, если только... Даже Донателло упал. Ну, видимо, уровень слабенький, поэтому они и рухнули все. Ну, мы с тобой дальше продвигаемся. Так, 66-я будет где-то 48-я, 45-я, где-то так. Ну, 42-я, шикарно. Кстати, у нас 79 с тобой ПВП очков. Мы можем, наверное, что-то там приобрести в магазине. Так, ну тут вообще 19 кубков. Это не годится, это не годится. Возвращаем Лео. Раз, два. Три, четыре. Вот таким вот образом будем играть. И потом уже, когда придет какой-то определенный пик в этой игре, мы уже не будем брать самых слабых, а будем играть чисто имбой. Упс. Опасно. Молодец, Бибоп. Добил. Видишь, Лео уже начинает пасовать потихоньку. Не начинает добивать всех. Поэтому надо быть аккуратнее. Может быть, даже уже придется отказаться от 45-х. Так, в Лигу Сёганов хочу влететь. Вообще, до мастера бы сегодня дойти, было бы уже неплохо. Тем более, ты сам прекрасно видишь, как меня сбрасывают оттуда постоянно. Только заберешься. Заходишь в игру, тебя уже сбросили. Только заберешься, заходишь в игру, тебя опять уже сбросили. Давай вот так вот, на всякий случай, возьмем одного 45-го. Ну, это чтобы, ну, как сказать, подстраховаться. Поехали. Ну, Малорик, Лео, Малорик. Красавец. Кто-то спрашивал, кто твой любимый боец по этой игре. Ребят, я уже объяснял, у меня их много на самом деле. И еще те, кто не прокачанные. Усаги, например. Лео. Раньше у меня был Макмен, Рафаэль. Но они, в принципе, такими и остаются. Просто немножко поменялась сейчас игра. Понимаешь, игра поменялась в плане того, что те персонажи, которые когда-то рулили, да, сейчас начинают немножко отставать. И надо искать как бы замену.
Так, подожди секунду. Надо искать замену, но для того, чтобы их раскачать, тех самых слабых персонажей, которые у меня есть, нужно целая туча мутагена. Просто миллионы. А ты сам прекрасно видишь, что он не так легко добывается. Так, секунду. Добьем. Ну и при всем при этом не забывай, что нужны будут осколки. И золотые, и платину, и всякие там. Даже серебряные. Ну если серебряных осколков у нас еще достаточно, то вот с платиновыми и золотыми, конечно, большая проблема. Ну что, мы с тобой перебрались в Лигу Сёгунов 3 звезды, 96 позиция. До мастера я 100% не дойду сегодня. Максимум до 50 места. Это максимум, что мне, наверное, сегодня позволят сделать. Так, Лео, возвращайся. Раз, два, три. Да, придется, наверное, играть чисто вот этими уже 60-ми уровнями, потому что, ну, напряженные уже персонажи идут, которые не погибают сразу же от Леонардо. И нам нужно, естественно, чтобы кто-то их добивал. И это будут именно вот эти вот уже 60-ники. Отлично. Так, ну что, давай двигаться дальше. Я посмотрю, на какую мы позицию с тобой приземлимся. И уже хочется, как говорится, пойти на испытание. Там понабивать немножко ДНК. Так, 96-я была и становится 82-я. Всего 17 ступенек пролетели, получается, да? Ну ладно, поехали дальше. Вот смотри, все откаты практически потратил. Все, так, железная голова, ты уже запарил. Ну серьезно, я говорю, ты уже вот лезешь в каждую бочку, как затычка. Вот здесь очень рискованно брать 45 уровень, но я все-таки рискну, ребят. Я все-таки рискну, может быть, он выживет. Хотя тут Мондагека есть. Ладно, Лео сейчас покажет, что он может. Если он положит большую часть отряда вражеского, то будет хорошо. А он всех уложил. Вот это вот непредсказуемость просто. Ладно, двигаемся далее. Какая там у нас была? 60 с лишним, да? А, 82. Значит, сейчас будет 68. 68-я позиция. Ладно. Ранита, Колин и Русицы. Ну, я, наверное, возьму Ранита. Да, ребята, последний откат у нас с вами остается. Всего лишь последний. И нам нужно отыграть еще кого-нибудь. Вот Донателло это будет. Я буду надеяться, что он не упадет, что его никто здесь не ранит. Так, Зэк бросает бомбочку. Окей, и Лео здесь уже уж точно добьет всех. Нормуль. Так, мы с тобой продвигаемся дальше. Нет, в мастера сегодня ну никак не получится зайти, к сожалению. Так, сегодня что за день недели? У нас еще время есть поиграть? Нам же нужно до конца недели с вами попасть, ну, в мастера, это как минимум. А в мастер 2 звезды вообще-то желательно. Так, здесь у нас... Угу. Сантьяго и Ланут. Возьмем Ланута. Все, последний откат у Леонардо и... Слушай, офигенный риск. Офигенный риск, я на него иду. Ребята, если сейчас инициативу у меня перебьют, то это будет фейл. Так, Лео, давай. Положи Мондагека, пожалуйста, и кого-нибудь еще. Ну, хотя бы так. Ох, боюсь, ребята, мы сейчас... А, вот, все. Железная голова нас выручает. Да. Это хорошо, что он стал ходить, а так бы, ну, 100% Микеланджело бы, наверное, отдуплился бы. Стоило только его задеть. Какая? 30-я позиция, да? 41-я? Все, ребята, откатов больше нету, и мы берем с вами... Твою ж налево, все сильные остались. Ты прикинь? Я даже не знаю, кого взять. Майки, Рафаэль и Усаги. Плюс 2 45-х. Твою ж налево. Ну ладно, ничего не попишешь, будем пытаться. Ну, естественно, первым будет, наверное, ходить Усаги. Или, нет, Майки должен первым быть у нас. Уклонение, да? Ну, как всегда, попробуем, ребят, может быть, повезет. Теперь Усаги. Донателло меня, конечно, очень там напрягает ролевой. Вот этот вот.
Все, ребята, изи катка. Как ты видишь, у Саги нормуль сработал, повесил на всех постепенно урон, и они отдуплились. Ну что же, а мы переходим с тобой куда? Естественно, естественно, на испытание. Какая позиция? 31-я. Так, ребят, завтра мы еще с вами сыграем, потому что вечером я иду на работу, так что днем, утром видосик, наверное, я успею выложить. Ну, а мы с вами переходим куда? На испытание и начнем, наверное... Сцены насилия, да? Тут у нас дают имбу. Ох, сейчас будет веселуха. Сейчас будет веселуха. Я не знаю, интересно, они смогут пройти весь вот этот вот матч на автобой? Как думаешь, а? Навряд ли. Нет, ну вот это да, я имею в виду последние эпизоды там. Шестой, седьмой. Вряд ли, да? Тут-то они, конечно, всех разрулят с полтычка. Так, минус. Минус. И клан Футовец упал. Третья волна. Донателло, Леонардо. Ну, это все ерунда. Десятого уровня, они просто разбираются вообще как сосуночки. Ну что, ребята, первые прошли. Мы с вами зарабатываем ДНК на Кейси Джонса, который у нас, кстати, тоже прокачанный. Поэтому, как бы, особого рвения нету. Нам нужны кто? Нам нужны оригиналы. Оригиналы пойдут с эпизода 5. Всего здесь 8 эпизодов. И следующий у нас идет Донателло. Поехали, ребята. Донателло опять же на автобое. Я не знаю, где-то может быть до эпизода 7-6 они будут у меня проходить здесь на автобое. Но это понятно почему, да? Потому что здесь нет смысла самому выступать. А время тратить. А так они всего быстренько расшуршат. Так, переходим. Маузеры противные. Но они тут пока еще слабенькие, так что это лояльность. А вот когда они будут 70-80 уровня, вот там они будут напрягать своими криками этими урами. Так, последняя волна. Так, минус Рафик, минус Донни. И два маузера мелких. Они тоже разбираются с полточка. Все. Следующий у нас после Донателло идет, по-моему, Рафаэль. Да, я ведь ничего не путаю? По-моему, нет. Сейчас заценим. Донателло получили, и у нас идет Рафаэль, потом Микеланджело. Вперед из песней. Кстати, тут у нас будет босс Крикун, да? Здоровый такой маузер. Раньше именно на нем глючила игра. Кстати, вы заметили, что в этой игре после обновления пропал магазин, где ты мог покупать себе доллары или еще что-нибудь. А все почему? Потому что, ребята, ну игра больше не поддерживается. И, как говорится, вкладывать сюда уже свои финансы, реальные деньги, я считаю, не целенаправленные. Поэтому, видимо, они и убрали отсюда магазин. То есть ты можешь получить только за бонусы. И все, не более. Так, ну-ка. Минус, Рафаэль падает. Майки падает. Ну и маузеры, само собой, тоже падают. Все, ребят, прошли мы еще одно испытание. Мы зарабатываем с вами ДНК на Рафаэля, да? Рафаэль же был здесь? По-моему, да. Окей, и следующий у нас это Микеланджело. Так, выбираем и погнали. А уже дальше пойдут оригиналы. Вот именно оригиналы мне нужны. Мы максимум, где можем получить на них ДНК, это за прохождение измерения. Вот там, да, можем, кстати... Следующая серия, может быть, завтра мы с вами пройдем аренку, да? И, скорее всего, пойдем на измерение, да? Я думаю, что пройти нам получится и получим много-много ДНК на разных черепашек. Так, упал. У них, кстати, смотри, оп, видишь? Отложенка работает. Да-да, причем у каждого. Да иди ты в пень, выделывается мне здесь. Так, переходим на третью волну, это предпоследний у нас. Лео, Донни. Так, почему они стали маузеров бомбить? Могли бы сразу по ним наносить атаку. Донни, успокойся. Все. Четвертая волна, и здесь уже первый босс. Ну, он сосунок, поэтому мы его быстренько сейчас разбомбим. Ага. Зачем ты это делаешь, железноголовый? Я не понимаю. Для чего ты...
Нет, я понимаю, конечно, он замедлил его, но можно было бы просто ударить, и он быстрее бы упал бы, мы быстрее бы прошли бы. Вот так вот иногда автобой тупит. Ну, а мы с тобой получили Микеланджело и уже переходим на оригиналов. И первым это у нас будет Микеланджело. Поехали. Также, друзья мои, все будет у нас происходить на автобое. Я не знаю, может быть, когда дойдем до Донателло, может быть, там включим с вами уже, как говорится, ручной режим. Так. Шваркнули. Шваркнули. Тут 4 волны. Переходим на вторую. Опять эти кланфутовцы. Воу. Смотри, неплохо, неплохо он сделал. Донни нанес превосходный такой урон. Они практически все упали. Но этот выеживается. Так, добиваем с вами Маузера. Переходим на предпоследнюю волну. И здесь у нас кто? 3 кланфута и 2 Маузера. Ай-яй-яй. Минус. Так, этого... Да что ж вот, вот раздражает, когда приходится их по 2 раза бомбить. Серьезно тебе говорю. Двигаемся на последнюю волну и... Да нет, не босс. Нет, конечно. Так, Майки, Лео и Рафаэль. Могли бы сюда и Донателло поставить уже до кучи. Все-таки 4 брата. Зачем тут кланфутовец нужен здесь, да? Так, вешает на себя иммунитет. Я не понимаю, для чего. Ведь заведомо они проиграют. Железноголовый, ну ты сейчас вот что делал? Ну ты же видишь, у них иммунитет. Зачем ты свою провокацию ложишь? Смотри, 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 что делает. Опа, даже нанес немножко урона. Красавчик. Но это ему не помогает. Ребят, мы их разбомбили. Забираем Микеланджело и двигаемся на Рафаэля. Это у нас 6-й эпизод. Поехали, вот здесь уже будет еще один босс. Также 4 волны, давай посмотрим, как они будут тут на автобое справляться. Ну, по идее, должны. Майки делает супербомбочку. Так, минус кланфутовец. Не удается пробить ему железноголового, а железноголовый в ответку его забомбил. Ну, защита, ладно, так уж и быть. Защита здесь не помешает, хотя можно было бы просто бомбануть. Смотрим, что здесь. Опять 2 кланфутовца. И плюс 2 Маузера. Так. И еще, блин, надо еще бомбить. 3 удара нужно было сделать, да, чтобы ушатать его. У нас, кстати, слабое звено из всех черепашек в данный момент — это Донателло. Зачем Микеланджело сейчас делал свои пляски? Они же нам не понадобятся здесь. Пляски — это повышает уклонение. Так, а здесь у нас уже Донателло, Рафаэль и Микеланджело. Опа, нормуль. Слушай, надо будет прокачать как-нибудь, да, у Донателло вот эту вот суператаку с сюрикенами. До фулочки, хотел сказать. Фулочки не получится, до 6-й ступени. Кстати, мы с тобой арену прошли, да? Мы же могли Рокзару прокачать скилл. Это надо не забыть сделать. Так, а вот у нас и великий огромный Маузер. На, ну у Донни, конечно, атака вообще ни о чем. Можно было бы и пробивным ударом делать. Не обязательно вертушку Лео. Так, отлично, наказали. Ну что, остается у нас, по-моему, всего лишь 2 боя здесь. Как видишь, идем с тобой ровно. Никаких потерь. Получаем немножко урона, но это не критично. Рафаэль, оригинал у нас с тобой в кармане. И вот у нас остаются лишь Донателло и Леонардо. Здесь уже, в принципе, наверное, можно и с маму поиграть, потому что 75 уровень. Надо как бы пожалеть нашего Донателло. Потому что он тоже... А, он 76. Ну, все равно, ребята, он слабый. И вот они эти... Что? А, ну да. Так, давай, бомби. Ага, они поставили на себя броню. А мы начинаем их немножечко будоражить. Опа, упал. Так, снимаем блок. Добиваем. Так, не добьешь, это понятное дело, ты слабоват для этих великих дел. Так, Майки, а ты тоже не получилось. Лео, давай. Переходим с тобой на вторую волну из 4. И здесь у нас, блин, давай, наверное, я разберусь быстренько с Маузерами, потом будем этих кланфутовцев бомбить.
Вот этого лучше бомбануть. Ай-яй-яй. Вы достали уже кричать, вот орать. Мы попробуем ушатать его. Замечательно. Так, этого теперь тоже. Сюрики. Неплохо. Так, ушатать не получится. А вот теперь, да, теперь все. Так, этому тоже придется, наверное, два удара нанести. Лео добивает. Шикарно. Переходим с тобой на третью волну и смотрим, что у нас тут. Ну вот, и другой разговор, да, ребят. Четыре брата, акробата. В плане промашка. Ты серьезно? Так, защиту поставим. И начинаем разбирать. Хотя надо было Лео бомбить. Вертушка, я думаю, уничтожит их всех. Да. И у нас здесь будет Маузер, по-моему, на нем, да, вылетает. Вылетала, по крайней мере, раньше. Ну-ка, проверим. Сделаем с тобой апперкотик. Да что ты промахиваешься-то, эй. Так, майки. Давай попробуем поджарить его. Угу. Донни. Лео. Так, и... Ну, как вы, ребята, наверное, поняли, да? Босс все-таки успел сделать свой крик и меня выкинул из игры. То есть баг этот до сих пор не исправлен. И это напрягает. Ох, это очень сильно напрягает. Значит так, чтобы нам одолеть последнего босса, нам нужно с вами очень много суперударов, суператак. Поэтому... Тратить все это дело не будем, да, все эти вертушки, супер там ракеты. Все оставляем именно для последнего Маузера гигантского. А этих разбираем, ну, обычными ударами. Это, в принципе, ничего сложного нету в этом. Так, а минус. Почему этот баг происходит, а? Я так и не понимаю, ребят. Порой вообще бывает, он даже не успевает крикнуть. А тут успел. Но мне нечем было бомбить. И там атаки такие были слабые по нему, если честно. Ладно, ничего страшного. Сейчас попробуем с вами разобраться. Надеюсь, со второй попытки у нас все получится. Так, крикнул. Получил за это. Добьешь? Молодец, Майки. Так, Лео уничтожает. Переходим с тобой на третью волну. Так, братки, акробатки. Давай-ка мы... Не будем с вами тратить суперудар, как я уже говорил. Все это прибережем. Они нам урона здесь особого такого не нанесут. Так что не стоит паниковать. Оу, Лео, хорош. Это проблема. Лео стал вправо. Тихо. Не надо мне ушатывать Донателлой. Твою же налево. Так, берем провокацию, короче. Нам нужно хильнуться. И желательно быстрее. Так, Донателло... Вот теперь проблема у нас в следующем. Пробить Леонардо. Ага, Лео на Лео, да? Тихо-тихо-тихо-тихо, хоба, нифига. Вот это круто он, конечно, сделал сейчас. Слушай, вот то, что они нам... Я уже думал, была защита, да, понижена. Но почему-то опять у нас все стабилизировалось. Ну... Блин, не выходит ни шиша. В чем проблема-то? Все, Лео упал. Так, остается Рафаэль. Ну, ребята, тут у нас босс. Как говорится, все суператаки именно на него пойдут, чтобы нам его уничтожить. Поехали. Так, уклонение. Ну, давай сделаем уклонение с тобой. Потому что... Хотя надо было атаковать. Ай, ладно. Теперь проникающий. Опа. Так, просто ударяет. Молодец. Не надо кричать, ё-моё. Так, ребят, ну как вы поняли, да? Он меня сбросил. Опять кританула всё. Я ничем не удивлен. Поехали, попробуем наказать. Причем заметил, что он сейчас крикнул, и у меня ничего не вылетело. То есть вылетает именно со второго крика. Так, удар. И вот сейчас у нас с тобой последний шанс. Ох, вырубить его. Попробуем, ребята. Или опять будет крик. А если будет крик, то мы с вами его не пройдем. Так, давай ракеты запустим.
Есть. Блин, прикинь, это сколько? Три попытки, да? Первая, вторая, и вот на третью я его только смог подбить. Офигеть. Значит, все-таки баг не исправили. А мне просто, оказывается, везло. Ну что, ребят, переходим с вами на последний восьмой эпизод. Здесь у нас будет Леонардо разыгрываться. Зачем я оставил Донателло? Вот объясни мне, зачем я его оставил? Здесь же его порвут. Господи, надо было убрать его. Смотри, сейчас будет получать урон колоссальный. Так, эти сейчас пока каждый тут не прокричит, они не успокоятся. У Донателло уже здоровье вообще там половина практически, да? Слушай, они еще и защиту поставили на себя, ты прикинь? Так, ну, во-первых, нам нужно захиляться, это раз. И, во-вторых, давай бомбанем, наверное, массовую атаку. В плане, а почему мы не сняли с них блок? Что за ерунда происходит здесь? Так, ладно. Сняли. Так, с этого тоже сейчас снимем. С этого. Все, они остались без брони. Ну, поехали. Так, не, просто ударим. Далее что? Так, опять кричать начинает, а? То есть у них так быстро это дело происходит. Откат, да, чтобы они могли еще раз крикнуть. Так, кто-то, наверное, из них сейчас поставит броню. Опять настакает. Если, конечно, не успеет, но я думаю, что уже вряд ли. Блин, надо было с Сюрикена, фиг с ним. Я почему-то боюсь за Дони, что его в последнем бою, наверное, все-таки забомбят. Я, конечно, буду пытаться его оберегать по мере возможности, но не знаю, ребят. Так, это только была первая волна. Переходим с вами на вторую. Клан футовцы плюс маузеры. Начнем с маузеров. Я не хочу, чтобы они тут орали во всю глотку. Так, сюрики, давай. Нормуль. Ай-яй-яй. Не надо, не надо мне сейчас. Вот сейчас будут все Донателло бомбить, а? Надо было, наверное, нам уклонение с тобой поставить. Так, секунду. Ладно, пускай лучше так делают. Нет, не трогайте Дони. Вообще забудьте про него. Чего вы трогаете его, а? Опять кричит. Все, мы его бомбанули. Этот у нас, я смотрю, стоит с провокацией, да? Слушай, мы тоже можем с тобой взять провокацию, в принципе, да? На Рафаэля. И разбирать их потихонечку. Это все через месть. Опять докопался, а? На тебе, от Дони привет. Так, этого... Блин, надо опять лечиться, ребят. Что за фигня? Дони, конечно, вата здесь. Его разбирают. Переходим на третий. На третью волну. Так, смотрим, что у нас тут. Вот тут уже надо быть аккуратнее, ребята. Ставим, короче, с вами провокацию. И массовые атаки. Отлично. Так, сделаем с тобой защиту. На всякий случай. Уклонение тоже не будет лишним. Это я тебе точно говорю. И понеслась, да? Иммунитет вешает. Зачем он тут нужен, я ума не приложу. Так, вертушку. Попробуем сейчас забомбить их. Не вышло. Так, Лео берет провокацию плюс уклонение, да? А Дони дебафы снимает, которых нету. Главное нам сейчас пробить с вами Леонардо. Поехали. Это будет проблема. Ё-моё, какой он крепкий. То промахиваешься, то вообще не попадаешь. А если так? Нормуль. Приговорили. Так, Донателло. Без вариантов. И Рафаэль. Все, ребята. А, какое все, ё-моё. Че это я уже... Блин, подожди, а этот босс, по-моему, на нем не вылетает. Его можно спокойно бомбить. Нифига себе, я уже говорю все. Ага. Совсем... Почему мы не нанесли урон? Объясни мне, пожалуйста, а? Так, тихонько, не надо здесь буянить. Попробуем через апперкот. Что-то вообще промахиваемся, ты прикинь? Я не попадаю. Мимо, почему мимо-то? Уклонения никакого на нем не стоит, ничего такого нету. В чем проблема? Объясни-ка мне.
Так, это только пол хп мы отняли, да? Окей, еще неизвестно, когда он крикнет, что будет. И будет ли он вообще кричать здесь. По идее должен. Какой он тугой-то. Что-то я не помню, чтобы он такой был, последний босс этот. Так, он пока только просто кусает. Кричать он, я так понимаю, не собирается, да? Пробиваем? Пробиваем. Да. Или я давненько не играл, или что-то здесь не то, ребята. Чтобы я промахивался и не попадал по нему. И чтобы так долго с ним дрался. Так, ну что, Леонардо оригинальный мы с вами получили. И переходим на следующий бой, на следующее испытание. Это силы природы, друзья мои. Здесь нам нужны будут, вот они, черепашки видения. Да-да, собственные персоны. Поэтому здесь тоже у нас имба. Я думаю, что вместо Донателло мы с тобой возьмем здесь Усаги. А вместо Железноголового я, наверное, возьму здесь Бакстера Стокмана. Потому что у него все-таки две массовые атаки. И нам будет проще и быстрее с этим всем делом пройтись. Минус крыса. А, ну тут 10 уровень, ребят. Что, тут можно вообще с закрытыми глазами просто играть. Клан футовцы. На улице осень, листочки падают. Хотя вроде бы еще все зелено, да? Так, здесь у нас Арахзарчик. Оу, майки упал, Арахзар упал. В общем, всех разбираем с полтычка. Ну и хорошо, а мы с вами проходим дальше. ДНК мы получаем на Саблезуба, верно? По-моему, Саблезуб у нас был первым. Сколько здесь? 8 эпизодов тоже получается. Да, Саблезуба мы получили сколько? Да, друзья мои, здесь тоже 8 эпизодов. И вот эти вот первые 4 эпизода, они, в принципе, нам не нужны. Здесь будут давать... Кто-то спросил, кстати, почему ты называешь тигриного когтя Шарханом? Я уже как-то серии так 100 назад говорил, что... Кто такой Шархан, ребят? Это тигр, да? А... Здесь тигриный коготь. Кто? Тигр. Поэтому у меня как бы с ним ассоциация, и я его назвал именно так. Ну то, тигриный коготь. Какой тигриный коготь, когда он Шархан, ё-моё. Так проще и понятнее. Вот и все, ребята, только лишь из-за этого я его так называю. Ни более, ни менее. Так, ну что, пока я тут говорил, мы с вами прошли еще одну каточку и быстренько отправляемся на следующую. Так, это получается второй эпизод у нас пройден. Еще два проходим на изи. Вот он, тигриный ко... Воу, кстати, Шреддер, Шреддер нам нужен. Что? Блин, друзья мои, да? У меня, к сожалению, закончился сыр. А почему так быстро? Не хватило нам на все... А, ну, видимо, из-за того, что я две попытки тратил на прохождение босса. Из-за этого. Точно. Да, друзья мои, ну, ничего страшного, ничего страшного. Мы тогда с вами в следующей серии завтра. Завтра все это дело и допройдем. Ну, а на этом все. Ага, погоди, опять я спешу. На этом все, на этом не все еще. Мы хотели что сделать? Да, именно, именно вот это мы и хотели сделать. Прокачать. Красавчик. Погоди-ка, и, по-моему, у Донателло. Или нам что-то не хватает? Так, у нас с тобой, оу, еще дофигища, как говорится, пиццы. Поэтому мы можем потратить. Но не забывай, что при всем при этом мы тратим и наши, как говорится, телепорты. Поехали. Что-то неудачно. А здесь? Да иди ты к лешему. Вот, чеп-планшет. И остается 6 вот этих ячеек. Силовая ячейка крэнгов. Так, одну нашли, да? Одну нашли. Блин. Так, вторая. Нужно 6. Микроскопы всякие выпадают. Да ну хорош. Так, это третья. Блин, микроскопы. Ну зачем? Я сейчас все эти так потрачу. Так, это, по-моему, четвертая, да, выпала? Погоди, а... Да ёпарасоты! Не туда посмотрел, а? Нам нужны были наушники. Ребят, ну я уже не буду тратить, потому что потратился здесь.
Зачем, блин? Вот же что надо нам. 6 наушников. Ладно, нам все равно завтра играть, ребята. У нас пока еще есть телепорты. Тратить их не будем. Завтра все равно делать ежедневки. Так что будем искать. Ну, теперь уже точно все. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.